В рубрике «Комик недели» на этой неделе отличились хасиды из Израиля. В надежде, что их пустят на территорию Украины, они спели гимн. Гимн Украины. И причем все, как мы любим. Косоворотки, шаровары, пейсы и папахи, или как их там называют, весь этот прикид был на этих пацанах. На праведных. Все бы ничего, если бы не результат. Подробности у нашего собственного корреспондента в Израиле Лазаря Дановича. В сущности ничего особенного. Представители одной страны поют гимн другой страны. В данном случае братславские хасиды из Израиля, США и других стран поют украинский гимн «Шенев Мерла Украина». В их костюмах, что в шапках, что в шароварах, что в рубахах и кушаках, очень много красного цвета. Но не так много, конечно, как было на улицах Умани 250 лет назад, когда там лилась еврейская кровь во время так называемой Уманской резни. Огромного восстания, которое стоило жизни почти 20 тысячам евреев. Впрочем, это дело вкуса. Но для чего этот концерт? Этот концерт был для того, чтобы умилостивить, упросить, в кавычках подкупить украинские власти, не пускавшие хасидов, в Умань на поклонение могиле Раби Нахмана, братславского Ребе. Постояли, попели, поупрашивали, да так несолоно хлебавшие вернулись назад. В Бруклин, в Нейбрак, в США, в Израиль, по своим домам. Но пели хорошо, достойно, красиво, почти без акцента, любо.